Вот, а так вообще есть движуха, я думаю сделать сейчас типа не 8-часовой, а наверное сократить чуть-чуть. Реально дофига получается. И это. А потом на этих аках всех продолжить. То есть сделать, например, по 6 на каждом. И потом еще по чуть-чуть больше. То что вот я смотрю, как бы в целом за это время, если проигрывать минимально. Вот я тут проигрываю минимально. Меня скидывает типа назад. Но это почему я проигрываю? Потому что на тосах немножко опыта пропало, да? Наигрался на зергах, на терранах, есть ошибки. То мне кажется, логичная история будет немножко вот проверить, грубо говоря, вот эту часть до мастер-лиги, каковой-то, грубо говоря. Потому что мне кажется, на Корее меня до мастер-лиги уже будут начинать это напрягать. Поэтому, скорее всего, мы так и сделаем, наверное. И потом с концентрацией, типа, из мастер-лиги, вот докуда мы сможем дойти. Вот это будет прикольно. Потому что, ну, реально будет качественнее история, намного. Потому что я чувствую, вот сейчас уже понесется, прям понесется полная там какая-то это... Ну, глупейшие ошибки начнутся. Это, в принципе, логично. Ну что, в целом, от чего, короче, я устал, наверное, больше всего, вот, не от StarCraft, а то, что я еще и чатик читаю. Вот. Типа, чатик читать, на самом деле, нелегкая задача. Вот. Да-да. Не, супер. Ну. Да, супер. Угу. Пока. Thank you.
Нараги менеджера. Куды Меню. Да почему? Видели эти сплиты вообще? Ну сразу видно этот микроконтролер. Фу! Да, было жестко.